Сегодня на площадке областной клинической больницы прошла презентация нового реанимобиля, полученного системой здравоохранения региона для оказания экстренной медицинской помощи. Новый автомобиль для работы реанимационной бригады будет использоваться во всех направлениях для оказания помощи жителям Новгородского региона. В основном для медицинской эвакуации пострадавших ДТП, больных с острым коронарным синдромом и с нарушением мозгового кровообращения. Эта машина относится к классу С, то есть полностью укомплектована согласно требованиям к деятельности реанимационной команды. Есть у нас такие машины аналогичные, но я так думаю, что эта машина уже более модернизирована, более лучше оснащена. Посмотрим, конечно, в работе, как она себя поведет. Но такие машины у нас есть, но уже с довольно-таки большим пробегом, поэтому обновление нашего парка, оно необходимо. За 9 месяцев текущего года сотрудниками Центра медицины катастроф выполнено около 1500 экстренных выездов, и это не только по Великому Новгороду. Медики часто выезжают в районы области, а также эвакуируют больных в лечебные центры Санкт-Петербурга и Москвы.